Итак, всех приветствую, с вами я, Алексей, снова вы смотрите YouTube-канал Paradigm, и, в общем-то, мы снова в кроссауте. Кроссаут — это игрушка, которая, в общем-то, от разработчиков Ex Machina, и, в принципе, разработчики сами с России, но издатель у этой игры американский, то есть, ну, разные есть издатели, то есть, вы поняли. Они там за рубежом, точно так же, как эти, как их там, GSK Games, GSC, они распались, и там часть разработчиков уехала метро делать, а часть разработчиков осталась. Ну, это если про украинский говорить. Ну, остались типа ледорубы всякие, ISP Coach, например, на родине, так скажем. Фу, блядь. Ладно. В общем-то... Также я хочу сказать, что я эту игру начал, в принципе, играть в эту игру, потому что у меня Grim Dawn, она, короче, во-первых, мне не очень понравилась, во-вторых, она портила мне видеозаписи. И из-за этого я ее не могу снимать, и так что Grim Dawn мы не пройдем. И к тому же она скучновата, гринделка получилась. Вот какой-то донатный танк, и нам предлагают тест-драйв. Того, что ж предлагают бесплатно, просто так, смотрите. Какой-то танк. Стоп, я могу увеличивать или что это? Да, я могу как-то увеличивать. Ага, второй кнопкой, значит. А F... О, прицел, смотрите. Так. А прицел это... А, это моя машина вот та вот. Бумс. Ни хрена ж себе. О, господи, что она творит? Так. А еще... А себя можно убить? Боевые боты. Берегись, да? Где боты? Кого беречься? А? Пушка-то прикольная. Блин. Донатные эти танки довольно прикольные. Правда, на гусеницах. Вот. Так, вот. А, вот они. Так, блин, ну это совсем не так. Бам. Смотрите, я могу спокойно себе на донатных танках ездить. Так что эта игра неплохая. Видите, тут дают самому поездить. Хотя, если подумать, Naruto Online тоже давали. То есть там же это. Эй, я не могу стрелять. Короче, все нафиг. Хватит тест-драйва. Надо заниматься, собственно, игрой, а не обсасыванием самого себя. И у нас, по-моему, есть новая кабина. Новая кабина нам доступна. А как ее поставить? Улучшение. 3 одинаковые единицы оборудования. Так, и чё? Ничего ж нету у нас для улучшения. Окей. Значит, что еще? Так, тап.
А, кабину еще скрафтить надо, да? Ну окей, тогда возвращаем ее на место. Как ее вообще вернуть на место? Так. Так. Вот так вот вроде бы. Все правильно. Значит, ну, раз так, значит, где тут крафт? Крафт, крафт, крафт. Обрез какой-то вот. Можно обрезать чего-нибудь кому-нибудь. 300 нужно, жесть, конечно. Откуда я столько металлома буду брать? Вот его можно, конечно, покупать, но это сомнительное, конечно, решение. Смотрите, цена продажи. Шаблон испытатель какой-то. Я тоже хочу так продавать, слушайте. Гадюка, вот. В смысле? Так, это типа... Зато огневой мощи прибавилось. А, то есть это готовый какой-то шаблон. Это, то есть, готовую нам дают, да? И мы можем ее типа использовать сразу же. Но у меня же есть скордамич, шняга. Так, давайте исследовать, что у нас тут не так. Вот, например, если мы вот это вот разбомбим. Бамс просто еще. Сколько нужно пуль, чтобы... О! Ну ладно. Ну, Катюка... У вас не хватает некоторых деталей. А, ну конечно. Так а зачем нам предлагать этот шаблон дебильный? Шаблоны-то я и сам могу сделать, чуваки. Вы мне лучше дайте такое, чтобы я, типа, мог воевать с этим сразу же. Последний уровень наберем, и тогда у нас будет возможность. Вопрос вот только, тут, по-моему, есть какой-то лимит на возможность получения металлома в день. Из 25 деталей нужно собрать. Кланы, клановый бой. Требуется аж... Прикольно, тут какие-то кланы еще есть. Карта мира. Ну, на карте мира вот такие вот бои. Вот еще какая-то штука. Война за огонь. Рейд против бандитов. А. Ладно, пофиг, за колесами буду идти, на самом-то деле. На самом-то деле я люблю ходить за колесами. Такой я вот... Потому что ломка у меня наступает, если не хватает колес. Жажда скорости и колес! Да, интересно, кстати, если говорить о колесах как о наркоте, то почему наркоманы вот в фильмах показывают? Они, короче, таблетки расфигачивают... И потом их растворяют, и только потом колят, короче, в вену. То есть, что это за таблетки такие, нафига их делать таблетками, чтобы потом их еще расковачивать и делать им юшку. А где кто-нибудь? Я пришел, чуваки. Вы спасли нас. Так, опять долбанные.
какие-то костики долбаны. Так. Так, кор. Бамс. Меня это контузило немножко. Какие-то они глупые, что ли. Есть, я стрелок или что-то мне дали. Хух, прямо комментировать не мог. Ну вот, 19 этого нашивки, стрелок. Убил 3 врагов стрелковым оружием. Получена репутация. Вот видите, с кордами неплохо на самом-то деле. Воюется. Особенно я бамперы хорошо поставил, то есть спереди меня плохо пробивают. Вот еще бы деталей каких-то найти. Но чую, это будет не скоро. Здесь фармить, фармить и еще раз фармить. Но тем не менее, это не просто донатная помойка. То есть здесь можно и без доната играть, как вы видите. И в принципе, я себя не чувствую каким-то ущербным. То есть подбор не такой уж и плохой. Ну, может быть, там на более высоких уровнях будет на по-другому. Но в Naruto Online это вообще какая-то жесть просто. Ну, впрочем, что сравнивать, игры абсолютно разных жанров. И... Там чистая pay-to-win, а здесь что-то еще есть. Так. Есть. Я стрелок или еще не стрелок? Так, я стрелок или не стрелок, чуваки? Похоже, я все-таки стрелок. Майкл. Да, Майкла убил. Ух, я ж говнюк. А где вообще наша база? Вот она. Где враги? Они, короче, вместе все. Смотрите, сколько их. Backspace это как? Это Enter. Так, установка деталей. Соберите автомобиль, типа. Ну, я не повысил уровень, поэтому давайте продолжать. В принципе, блин, меня окружили. Там 3 врага было. Я, конечно, много убью, но... Могло мне даже и так не повезти. Ох, какой ужас. О, новая карта. Прикольно. Я не буду спешить, чуваки. Куда вы вылазите вообще? Хотя, пойдем, ладно. Кристофер, Дэниел, Мэри. Слишком далеко не нужно отходить.
плюс один. Минус второй. Так, я уже, короче, бэкспейсию сейчас. Так, убегаем, у меня нет шансов никаких против них. Так. Да ну, блядь, какого хуя? Пидор! Вонючий! Чтоб ты сдох. Вот бегает он за мной, бегает, зараза. Так и воюй же со своими придурками. Нет, ему надо обязательно до меня докопаться. А я не получил топливо из-за него. Хотя зачем мне нужно это топливо, не понимаю, но тем не менее. Ангел смерти, уничтожил двух врагов с перерывом в 10 секунд. Деконструктор. Да я прямо король нубов. Чувствую себя хорошо. Сюда бы ботов подмешивали. Вообще, можно было бы и ботов подмешивать, то есть, чтобы даже нубы какие-то могли кого-то убивать. Ладно, поехали. Кто-то тут залегает, скажем так. Учитесь нафиг. Так. Что это вообще за придурки такие? Ну, твоих успел. Так, что тут за награды? Лучший игрок, набрал больше всех очков и победил. Ку! Докер какой-то. Очки мощи. 400. Деконструктор. Давайте в гараж перейдем. Да. Короче, мне интересно, что это за докер или хренокер, или кто это вообще такой. Значит, здесь у нас 250 и масса 360 килограмм. Мощность 3, очки мощи 160. Нет, мне больше очков мощи не нужно абсолютно. То есть вот эта вот штука мне, скорее всего, не нужна. Максимальная скорость, конечно, и мощность побольше. Но толку с этого, скажите мне, пожалуйста. Ой, стоп, слушайте, радиатор охлаждения, может быть, мне поставить? Ну, вряд ли я его, конечно, смогу поставить. Дает энергии 7 единиц. А текущий корпус сколько дает? Так, тоже 7 единиц. Не, это какая-то фигня. То есть мне нужно больше всяких вещей для этого корпуса. Ну, для этой кабины, точнее. А еще нужно следующий уровень, да. Это вот 100% нужно.
Дальше с уровнями, я думаю, я смогу больше всего получать. А где ПВЕ миссии? Я не понял. Тут только ПВП есть. А где, блин, ПВЕ? Блин, тут нет шансов. Они, во-первых, все тоже с кордами бегают. Смотрите, с четырьмя кордами хуй какой-то. Я думаю, сейчас нас всех тут поубивают. Смотрите, у них вот по два, по три, а здесь у всех нет. Вот только четыре. А у этого вообще пушка же. А, ну это... Это вообще даже не Стивен, это какой-то опыт. Хотя пушка может себя неплохо показывать, я думаю. Ну, блин, естественно, поражение. Получено 28 очков. Это за что? Уничтожение 3, отстрел детали 15, первый урон 10. То есть, если ты кому-то нанес урон, это уже дает тебе чего-нибудь. Кстати, а у нас же тут еще есть какой-то мастер Джек и так далее. То есть это какой-то пилот, может быть, его тоже можно менять. Там в танках, я знаю, что-то вроде бы пилотов можно было менять, этих экипаж типа. Да. Интересный концепт. Я прямо подпрыгиваю, тут даже какая-то физика есть. Так, нужно со всеми держаться. Нужно держаться со всеми. Поддержка огнем. Мы, короче, банда. Вперед, чуваки. Я не хочу вас. Я, короче, ваш друг. Где враги вообще? Мы банда! Вперед! Ага! Враг убит! Где еще кто-нибудь остался? Сейчас он на базу на нашу придет 100%. А мы давайте придем на его базу. А, вон он. Я походу всех здесь убил, да? Новый уровень даже получил. Смотрим. Первая кровь. Первый в бою убил врага. Стрелок трех врагов убил. Отстрелил от врагов 50 деталей. Нифига себе, набрал больше всех очков и победил. Пришел, отстрелил, победил. Дебил. Так, а что там за бонусы? Говорили, что пятикратный опыт какой-то бонус есть. Я не знаю, сколько он длится, но, в общем-то, было бы прикольно знать. Дает он мне что-то или нет? Так, подножка, тесак, борт минивэна. Вот это хорошо. Мы, механики, добрые ребята, и никогда не бросаем своих дел. Свое дело хорошо, и будешь вознагражден. Ты заметил, что каждый день мы даем несложные испытания для своих и подкидываем металлом тем, кто их выполняет. Так, чтобы добыть медь.
Ну, в начале нужно корд установить наш. Потому что у нас тут шмель, или как эта штука называется? Так, 155 очков мощи. Тап. Где тут наш корд очередной? И значит, еще что мы сюда можем прилепить? Смотрите, шершни тут, домкрат, топливная почка. Крыло. Ну, крыло мне не годится совершенно. Вот какие-то подножки тоже, блин, не годятся совершенно. Вот, прочность 40. Тесак наносит повышенные повреждения при столкновении. В принципе, вот его можно использовать как-то, чтобы сталкиваться с кем-то. Ну да. Такая вот хрень. Интересная. Очень интересно. Да. А еще одного. Два тесака, прикольно. Вот это у меня машина. Вот это точело. Так, и в принципе вот это вот борт фургона. Так это по сути тоже части какие-то. А что у меня потребляет? А, это домкрат здесь потребляет энергию. А что вместо него я могу поставить? Вместо домкрата. У меня есть что-нибудь, что вместо него можно поставить? Вот орудийный радиатор я могу вместо него поставить спокойно, и как бы это будет лучше. Кстати, типа правой кнопкой мыши можно удалять. Но будем надеяться, конечно, что я не буду переворачиваться. Так. Домкрат мне не нужен, как говорится. Так, это все вот так вот. Утопили, как говорится. Утопили. Ну, так сойдет. И так сойдет, как говорится. Ну, вроде бы все. 25-56, 20-45. Здесь типа вообще вес бешеный просто. Так, ну во-первых, естественно, мы типа... New Blueprint, вот такой вот. Значит, обрез ремкомплект. Используется для возвращения в бой при разрушении машины, находящейся в рейде. Средняя кабина. Так, а что за задание? Нет доступных... испытаний. Хотя установка деталей, у нас же есть задание типа просто собрать автомобиль более крутой.
Давайте, типа, вот так вот понаставим тут чего-нибудь. Вот так вот, например. Еще. Сколько тут деталей? 22. Так и дальше. Типа, 23. 24 там. И 25. И теперь, типа... Есть! Достижение! И дали нам 50 металлома. Что еще есть? Выиграть 3 боя в миссиях. Так. А как загрузить автомобиль? Ага, вот. Загрузить, типа. Ну вот. В бой. Короче. Победа в миссиях. Ага, вот тут у нас есть в рейд. Важна медь, которую можно получить здесь. И требуется, короче, топливо. Это хорошо. В рейд! В рейд! Вперед! Жесть. Чертовы рудники. И там бешеные. Там рейд против бешеных бандитов, которые с копьями будут на нас ездить. Главное, коэффициент это прочность и вес. То есть, чем меньше веса и больше прочность, тем для нас лучше. Теперь с тремя кордами, с двумя таранами, я смогу очень хорошо повеселиться. Эй! Что за фигня происходит? Окей. Забавно. Попробуем еще разок. Ну, топливо хотя бы не потратилось. Уже хорошо. Видимо, там какой-то мощный враг был. И как мне пройти этот рейд на данный момент? И собираются люди долго на него. В смысле, новые рейды будут доступны через 36 минут. Это опасно, как это? Рейды через 36 минут. Я не хочу ждать 36 минут. Надеюсь, в этот раз будет легче. Ну, в смысле, мы хотя бы не проиграем сразу же. Защитить фуру надо. Ага, окей. Так. Так, как-то... Простите. Простите, пожалуйста. Я не хочу вас таранить своими шипами. Я хочу этих плохих дядей таранить. Так, уничтожить блокпост какой-то. Вот здесь, смотрите, неплохая машина с нами. Так. Так, против врагов. Так. Осторожно. Не повредим своих...
неплохо. Блин, похоже на Star Conflict, только, как это ни странно, там какое-то слишком дебильно все было нарисовано, так что мне этот вариант очень нравится. Бамс. Теперь еще один. Ой-ой-ой-ой-ой. Осторожно. Эй! Чувак, ты умер? Чувак умер. Да? С конвоем продолжаем. Ну вот видите, вперед слишком уходить не надо. Нужно со всеми. А там вообще какой-то чувак непонятный. Так, конвой лучше не стрелять, я думаю. У меня, кстати, вообще ничего не отпало, похоже. Я даже урона типа не получил. А что этот конвой? Как он вообще выглядит? Какой-то дымящий хрен на паровой тяге. Хорошо, что перезарядка есть. Очень хорошо. Помогает перегревам. Так. Так. Это значит, тупи не давайте стрелять. Замечательно. Все равно перегревается. Или еще будет? Так, переворачиваться нам нельзя, поэтому нужно быть осторожным крайне. Вот видите, рейд это круто. Если правильные люди, то можно вполне себе его проходить. Вот как вы видите, люди спокойно себе едут. Действительно видно, что они не в первый раз здесь ездят, что они типа в команде умеют работать. Так. Тут машин не очень много. Так. А сзади кто-нибудь остался? Да, уж уничтожать блокпосты. А сколько, слушайте? Какого фига? Как долго мне нужно это все уничтожать? Да.
Так, защитить же ж надо. Чуваки. Нужно вот эту вот хрень уничтожать. Чуваки. Пожалуйста, уничтожьте ее. Вроде бы выжили. Ну, скоро это, блин. Выживших фуры 2 из 4, блин, уже осталось. Даже я, блин, уже разбился нахуй. Весь. Хотя бампер мне так никто не повредил. Главарь? Какой главарь? Еще не хватало главаря нам. Так, вон он, главарь. Убиваем срочно. Есть, я что, убил главаря? Хух, это действительно рейд какой-то. Смотрим, что тут у меня есть. Так, нашивки. Ангел смерти, уничтожил дус врагов. Дважды ангел смерти. Ангел смерти 2, уничтожил 3 врагов за 10 секунд. Помощник, помог убить 3 врагов, ни разу не умерев. Как будто бы здесь можно много раз умирать. Помог убить 4 врагов, ни разу не умерев. Помог убить 5 врагов, ни разу не умерев. Убил 3 врагов стрелковым оружием и убил 5 врагов стрелковым оружием. Награда медь, награда купоны, да, на воду, на еду. Ресурс, который можно заработать только в рейдах, можно обменять на уникальные награды механиков. Ну и все, да. Прикольно. Фух, ну я бы хотел какой-то себе крафт, скрафтить чего-нибудь. Чё я могу обменять у механиков там? Три боя в миссиях. В каких миссиях, блин? Где я могу обменять? Медь нужна на ремкомплекты, да? Вот могу мститель построить, но нафиг он мне нужен. Контейнер украшений. Так, Левиафан, что-то еще. Произведено деталей. Ага. Среднее число убийств за бой 3. Уничтожено врагов 55. Так, а как мне... Это типа кланы? Нет, в кланы не нужно. Друзья тут, чего-то еще. А, ясно. Короче, донат. Сканер, типа.
О, сколько доната. Прикольно. Так, купоны. Вот что мне с ними делать, а? Чуваки. Какие уникальные награды механиков? Где мне это обменять, чувак? Еще в рейд, что ли, идти? Чертежи машин. Почему я не могу посмотреть, типа, куда применяется вся эта фигня? Очах. Выставка. Настройка управления оружием. Ага. Ну ладно, короче, идем в бой тогда заново. Не знаю, в рейд. Ну, у нас есть стамина. Почему бы не идти в рейд? За дробовиком. Прикольно. Так, патруль. Нет, естественно. Сразитесь с другими выжившими. За пулеметом? А почему за пулеметом? А, ясно. Ну ладно, пусть в рейд, короче. Там, может, еще какие-то рейды есть. Нужно будет... Я ПВЕ люблю. Я не люблю особо ПВП. Да и у меня нормальная машина для ПВЕ. Да и для ПВП, для всего нормально. Иннеркен, что-то там. Что, уже одного убили или нет? Нашего. Так, ангел смерти, отлично. Так, чувак уже занимается тем, чем нужно заниматься. Это хорошо, на самом деле. Так. Да не едь ты туда, идиот! Нужно отсюда стрелять. Чувак, ступай давай. А то сдохнешь там. Всё. Молодец. Дебил. От ракет уклоняет. Зачем? Зачем? Вот, вот и взорвался. Все. Чувак. Кто тебя просил этим страдать? Вот что значит нубы.
Мы-то не идиоты, не мы. Осталось, блин, 3 машины теперь. Прости, чувак. Ой-ой-ой. И этот, блин, чё-то он там сейчас колеса себе пооткручивает и все. И канана будет. Вот этот самый крутой парень, типа, вообще хороший рейдовик. Так, 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 так. Ой, прости, 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 прости. Так. Ой-ой-ой. А вот это кто такие-то? И чем отличаются те, которые типа фиолетовые или что-то вроде того, от красных? Так. Ой. Это кто кого? Мы что, своего замочили? Дебилы! Вы что, своего замочили? Вот этот чувак... А, вроде на колесах. Вроде все нормально. Вы что у меня-то стреляете? Не стреляйте. Нужен урон, какая-нибудь гаубица. Почему я рейд, блин, в одиночку прохожу, я не понимаю. Всем лежать нафиг, да, вот такое, 76% здоровья у нашего конвоя. И, кстати, это Левиафан, походу, конвой. Так, ладно. О, смотрите, у меня эти шипы обломались. Кого-то убил я этими шипами случайно, короче. И они обломались от этого. Так. Так, 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 так. Ангел смерти 1. Ангел смерти 2. Где там ангел смерти 3? Так. Ангел смерти 2. Так. Что здесь теперь у нас будет? Так, очередные башни. Грёбаные башенки. Так.
Так. Не, нужно в тубашку. Так, ну вроде норм. Ой, у меня колеса нет. Ну да ладно, ну и фиг. Нет колеса, так нет колеса. Блин, вы серьезно? Нас двое осталось? Я что, один? Где босс? Нет, я вроде не один. Босса убили. Жесть, на грани. Как всегда, на грани, короче. Опять три купона не бесполезных. Вот куда мне их тратить? Репутация получена. Там и так далее. Ну, жесть, короче, какая-то. Доступен новый навык. И где мне... его, собственно, улучшить. Какой навык, где прокачивать? Жесть. Ужас. Ужас. О, мастер Джек. Стрелок один. Так, портрет. Кай. Манч, что-то медали. Рейдер. Успешно завершить 10 рейдов. Мясник, уничтожить или помочь уничтожить 200 врагов. Миссии, значит. Участник, типа... 10 очков не сдавайся, победитель. One Punch Man. Нанести бронемашинам игроков 1000 повреждений оружием ближнего боя. Ну да, это таранить нужно. Опытный механик, достигнут 5 уровня с механиками. Рынок, шопоголик. Барыга, продать один товар на рынке. Производство. Открыть 5 контейнеров. Вот, где мне контейнеры взять? Нашивки. Ну, типа, пиписька меряния, да? Гида. Заблокировать 1000 уронов щитами. Офигеть просто. Пример того, как из старого хлама газонокосилки можно собрать кабину, пригодную для выживания на пустоши. Минимальная грузоподъемность. Так, егерь. Дает 8 энергии. Вот егеря я бы хотел. Значит, крепыш. Так, 8, а здесь 9. Что? What the fuck? А почему у меня нету этих кабин? У меня есть только докер, вот. Блин, она ж фиговая. Тут, смотрите, история моя. Так, ну, если я хочу чего-нибудь улучшить или
фракции. Ну вот что мне делать? Скажите, пожалуйста. Как мне узнать, куда мне потратить эти купоны? На что они вообще тратятся? А, вот, например, купоны на контейнер. Где тут контейнеры? Так, контейнер. Контейнер украшений. Сюда не нужно. Так. Куда нужны контейнеры нафиг? Так. Мститель. Флаг механиков. Кстати, флаг вот прикольно, наверное. Осторожно, мутанты. Уточка. Прикольно. Колонка. А, да, это точно, как в Mad Max. Ну, по сути, только для вот этого вот контейнера нужно. Легендарную деталь. На 24 часа, кроме деталей степных волков. На 24 часа? Вы серьезно? И нафига мне тогда эти купоны? Нет, ну на 24 часа нафиг оно нужно? Вы идиоты, что ли? Может быть, все-таки что-то можно другое за них брать? Иначе получается, то есть медь эту добывать или что с ним делать? Ну а на этом, пожалуй, я с вами попрощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.